как приятная история. Мне позвонил Влад Ясько и сказал, что он в Киеве, поэтому не вижу повода не встретиться. А ты знаешь, какой сегодня день? Выключи. Знаешь, какой сегодня день? Какой? Ты улетаешь сегодня на Бали? Нет, сегодня праздник. А, сегодня день Святого Николая, да. Ты хорошо себя вел? Да. Точно? Да. Да, это тебе. Боже, какая-то это, спасибо тебе большое. Я прям именно это и хотел. Думаешь? Да. Шоколадка, Милка. Такая же сладкая, как и ты? Не, ну ты не перебарщ. Всегда был вопрос, почему у меня нет нормальных друзей? Вот что ты делаешь? Мне накапало в ботинке водой с размороженного мяса. И мясо ее, которое навезла, разморозилось и накапало мне в ботинке. Почему это с тобой произошло? И теперь мне не в чем лететь. Могло пройти с кем угодно. Но нет, это именно мокрый, с тобой могло только произойти. Мокрый и вонючий, что самое главное, мясом пахнет. Продолжай. А как началось ваше утро? Я там хоть красивый, Макс? Очень. Короче, восьмой дубль попытки снять. Привет! Влад уезжает куда? На Бали. Провожаем нашего сына на отдых. Взрослый совсем стал, сам едет отдыхать. Да? Но мы с вами договаривались, что после проекта мы втроем поедем куда-то все, втроем. Мы пока отправили себя дальше, как получится. Но давайте договоримся, что мы поедем все-таки вместе куда-то хоть немного. Объясняю, это та история, когда мы впятером стоим с друзьями где-нибудь на мосту и решаем прыгнуть. Который на счет три реально прыгает. На самом деле, лучший, любимейший. Все, хана, я опять скажу, что я гей, блин. Я рад вас видеть. Друзья, я рад вас видеть. Друзья. Значит, смотрите, Андрей, вот по факту, сейчас самая обсуждаемая персона в медиапространстве. Вот мне было интересно, что ему пишут люди? Хейт. Андрей, вы поступили нормально. А где хейт? У меня в личку одно добро льется. Там 99% чистейшего добра. И. Андрюха, держись, вы молодец. Такому еще нужно поучить. В смысле? Где сдохни, мразь, гори в аду. Нужно их всех заблокировать. Осталось только хороших. Все мамы почти одинаковые. Андрей, не обращайте внимания. Что? В общем, я в аэропорту. Должен уже улетать через час. Огромное количество документов подготовил, куча там виз и так далее, и взял не тот загранпаспорт. Поэтому мне так больше всего обидно за то, что подвел своего попутчика, потому что мы как бы планировали, да, все-таки вместе, и вот я сейчас буду пытаться на завтра купить новые билеты опять, и чтобы отец мне паспорт прислал Блаблакаром. Ну, короче, это неприятно.